Николаевич, пожалуйста. Несколько поправок. По поводу моста в городе Ачинске работы производятся, подъездные пути начали делаться буквально 3 дня тому назад. По поводу Тимонина, по отопительной вышке, дорога отсыпана, на сегодняшний день проезд сделан, люди начинают работать по утеплению. Я не к этому. Дело в том, что в городе Ачинске строится госпиталь инфекционный. И сегодня такая ситуация. Там 1000 подрядчиков, деньги не платятся, и в режиме оперативного вмешательства туда, как я депутат заксобрания вмешался, там неизвестно, когда будет сдача этого комплекса. Прошу обратить внимание. И еще по чиновникам, которые нерегулярно и как бы не используют свои возможности по распределению денежных средств. Кто понес какую ответственность? Вот в данном случае то, что не разыгрывались тендеры, там 50-60 миллионов по мосту. Ни один чиновник в городе Ачинске не понес наказание. Не говоря уже не о материальном, а о дисциплинарном. Но вот эти моменты надо тоже учесть и спрашивать чиновников.